В общем, всем еще раз огромный привет. Мы врываемся в игру. Вроде бы все оверлеи я поставил, и все у нас должно работать отлично. В общем, ваши негативные и позитивные отзывы, если что-то не так. Вот такой специфический ход весьма. Ну, как бы... Надо. Смотрим. Мы видим, что счет 1-1. Играется третья решающая игра. Empire в составе. OneScore, Fly. Давайте посмотрим за дракой. Очень больно здесь Silent. И, судя по всему, он должен умереть. Нет, он отпивается. Здорово. Итак, OneScore на Silencer'е. Fly на CM'ке. Silent на Lifestealer'е. Мак играет соло мид Думбрингера. И Скандал на верхней линии на Бэтрайдере. Рокскиз, соло мид, соло, тот самый соло, 3-2-2, вернулся в дотку и даже уже на Старладере он разбанен, это просто замечательно. Нексус играет на Наги Сирене, Йол на Джакира, фармит БЗЗ из Перфект на Вивере и в хардлайне играет Седой против Скандала на Элдер Титане. Пик у Роксов очень мощный, хороший кэрри. Есть Нага Сирена, Дарксир и Элдер Титан. Шикарная комба. Но вот сейчас могут быть проблемы у Седова. Стиками отпивается. И последний выстрел. Фласку юзает. О боже. И убивает Элдер Титан Скандала. Боже мой. Как сейчас все сделал грамотно Элдер Титан. Просто Седой развел Скандала. Ну, на самом деле, у него уже не было выбора, но он сделал все, конечно, очень классно и добил все-таки Скандала. Забрал 400 монет, получил экспу и только потом умер сам. И это должно быть видно. У них по крипам более-менее равная была ситуация. Четвертый на третий. Ну да, это в принципе видно, однако Соло... Соло очень сильно рискует, но все-таки решает он, что на мага не стоит нападать ему. Да, у мага много хп. Все-таки возвращается, пробегает. О боже, маг. Ну, маг слишком толстый оказался, а у Соло всего лишь второй щиток. Это самое начало игры, мы ничего не пропустили. Все вот эти два килла, которые только что были, мы их увидели. Ну и напомню, что после этого матча, где-то после этого матча, уже будет скоро ВП и Empire. Как раз доиграет Империя. Ориентировочно это в 10 по Москве, но тут может все несколько затянуться у нас, как мы видим, потому что третья минута, час командам играет. Но, в принципе, должны они успеть. Стандартная там игра будет, если под 40 минут уложится. В противном случае, если они не успеют, это значит, что игра будет длиться 70 минут, а это будет похоже на какой-то рекорд. Да, ну Роксы, конечно, молодцы. По игре первую выиграли с Лайфстиллером Ченом Бэтрайдером, вторую проиграли против Деваурера Чена. Ну, короче, Чен for the win. Хорошая линия у Роксов снизу, у них есть Вивер против Лайфстиллера, у них есть сильная Сирена, ну и в принципе Джакира под комбинацию Сирены и Дарксира просто отличный герой. Вообще пик мне их очень нравится. Это и Вивер, который в данной ситуации весьма неплох, Бэтрайдера прогнали с линии. Это и отличная комбинация по драку, Сирена, Дарксир, Джакира, и плюс ко всему еще и Элдер Титан, ну, отличный пик. У Империи такой специфический пик весьма, но тоже, в принципе, неплох. У них есть Сайленсер, который очень неплохо может заехать против того же Вивера. Да, Виверу здесь нужно собирать БКБ, здесь даже думать не о чем, чтобы хоть как-то контрить. Уползает Вивер, отличный стан по троим, и какой от Наги Сирены пошел раскаст. Always wanna fly. Умирает Вивер без маны. Использует стики. Есть мана на Шикучи. Джиминая атака. Как больно Сайленсеру. Но Вивер решает не атаковать. Очень грамотно делает БЗЗ. Не врывается. Тем временем подожгли Соло. Соло. Выживет или нет? 80. 60. 40. 50 хп остается у Соло. Соло живет. Что творят Роксы? И на верхней линии Бэтрайдера прогнал Элдер Титан. Правда, сам сейчас тоже ушел. Видимо, там был какой-то размен по хп. Джакира. Очень сильно страдает Джакира. Нужно попытаться раскастоваться. Нет. Элдер Титан уже снизу. Сайленсер не уйдет. Да, это минус Сайленсер. Последнюю тычку не делает Вивер. Сайлен пытается отдаться. Сайленсер пытается отдаться на крипах. Ничего у него не получается.
И размен сайленсера на Джакира. Ну, такой себе размен. Бежит за руной Соло, и Соло найдет эту руну. Да, ничего здесь не смог сделать маг. В инвиз уходит Соло. По крипам что? Дарксир 28, Дум 23, мид выигран Соло. 24 у Бэтрайдера, 11. Да, конечно, скандал, несмотря на то, что вначале ему немножко не повезло. Верхнюю линию выигрывает. Ну, на крайней линии Бэтрайдер еще сильнее, чем на миде. На легкой линии он очень силен. Вивер, пятнашка. Ну, по крипам все очень неплохо у Империи. Пытались догнать Дума, но стана явно не хватило. Он просто включил свой второй скилл и убежал от них. Да, все нормально. Все нормально. Чекаю, все ли в порядке со стримом. У Йола есть только одна проблема в этой игре. У него одна веточка в закупе, и это, конечно, очень печально. Но здесь, скорее всего, будет примерно то, что мы видели в прошлой игре. Альянс против ААА. Только здесь у Роксов пик поинтересней, и, в принципе, команды более равные. Поэтому здесь может все сложиться гораздо интересней. Но такая же будет агрессия от Империи. У них есть Сайленсер, у них есть Бэтрайдер и Лайфстиллер. Сайленсер как раз, чтобы... Так, смотрим. Сурдж. Соло побежал, побежал, за ним гонится Дум, за ним гонится все, но Соло должен уходить. Да, уже нету ни замедла, ничего, и спокойно уходит Соло. Соло не терял, видимо, время там, в хорошей форме он находится. Все у него в порядке. Скромные показатели пока что у всех героев по крипам, но мы видим, что Вивер уже подтянулся к лайфстиллеру. Поймали Сайленсера. Очень больно Нексус использует стики. Сайленсер на косте. Последняя тычка летит в Сайленсер и убивает его из-за минус армора, который накинули жуки. Что творится? Один хп остается у Нексуса. И лайфстиллер-то не уйдет уже. Лайфстиллер-то не уйдет. Есть Дум. Кидает Дум. Лайфстиллер рейдж вовремя. Лайфстиллер уходит. Но нужно дожечь Вивера. Это будет очень непросто. Заденает? Нет, не успевает. Дум отлично, волной добивает. Хороший Сурдж, Дарксир уже здесь. Дарксиру тяжело, конечно, быть полезным в начале игры. Ему бы пофармить, но времени нет. Нужно быть полезным здесь и сейчас. Титан приходит откуда-то, не пойми откуда. Вот это не очень хорошо, потому что в этот момент Бэтрайдер уже практически вынес даггер с верхней линии. Да, мне бы еще и на Твиче переименоваться. Ну да ладно, не во время игры. Не суть. В общем, вы смотрите Виплей Лигу. Я даже не знаю, какую стадию, к сожалению, потому что не планировал сегодня ее стримить. Лайфстиллер умирает снизу. Отличная стенка от Соло. Соло, пошел Сурж. Гонится за магом. Здесь же Вивер. Нету уже Дума. У Дума нету Дума. Хорошие пауки. И что, дожжет или нет? Соло, последний выстрел буквально, и Соло умирает, но Дум тоже должен умереть. Нет, живет Дум, 60 хп, Вивер. Вивер умрет. Стики. О боже, ЦМ-ка, ЦМ-ка, последний выстрел от крипа, и крип не стреляет по ЦМ-ке, крип стреляет по Сайленсеру. Да что же это происходит такое? Какая плотная игра. Да, вот действительно матч двух очень равных соперников. Интересно, что сегодня будет на матче Virtus.pro против Empire. Что-то большой сюрприз всегда, матч Virtus.pro. Сайлен. Ну, здесь Седому не жить. Ну, вообще никак. Еще и лассо есть. Да, забирают ЛР Титана. У Бэтрайдера есть даггер, есть восьмой левел. Все хорошо у Бэтрайдера. Сейчас просто пойдет и будет гангать. Что нужно сейчас Империи? Империи нужно просто со своими Бэтрайдерами, лайфстиллерами наводить экшен на карте. У них это пока что весьма неплохо получается. Сейчас еще и Дум подфармит себе какие-то агрессивные арты. Но вот мы видим, что в Shadow Blade он пока не собирается выходить. Хочет быть более таким сильным в драке, но я думаю, Shadow Blade здесь может быть. И это вообще будет ультра
агрессоры. Что нужно Роксам? Роксам нужно чуть-чуть дофармить. Им нужно дофармить, во-первых, Мекку на Дарксире. Во-вторых, Джакира, ну, хотя бы что-то. Ну, вот у него появляется. Сирене 6 обязательно. Элдер Титан уже имеет неплохо. Ну и Виверу какие-то арты. В принципе, вот Мекку на Дарксире и чуть-чуть каждому герою. И уже будет у них боеспособная связка. Но против, конечно, Бэтрайдера, у которого даггер, мы смотрим на скандал. Скандал запрыгивает, видит сирену. Ну, минус сирена. Ничего не сделал. Слишком много урона, да, там еще и приморозили Нексуса. Ну, как раз сирена фармила себе шестой на этой линии. Тем временем попытка напасть на Дума. Да, вот минус Роксов в том, то, что 5 на 5 они могут быть очень сильны. Если докачают своего Дарксира, дособерут парочку артефактов, очень сильная драка 5 на 5. Но вот как-то инициировать, гангать сейчас они вообще не могут. Глобал, Виверу, очень больно. Да, и молодец маг. Вот просто маг молодец. Мне больше нечего добавить. Не стал скупиться, просто взял и кинул дум на Вивера, который уже был под салом. Нечего сейвить скиллы. Правда, очень больно магу. Где же сайленсер? Поджигает сирену. Лайфстиллер продолжает драться, не знает на кого напасть, замедляет сирену. Сирене должно быть очень больно, сирена должна умереть. Да, сирена умирает, Дум. Дум просто всех волной зафармил. Тем временем Бэтрайдер забирает снизу еще и Джакира. Ну, все. Я думаю, что эта игра должна оставаться за Империей. Здесь очень тяжело будет как-то грамотную драку 5 на 5 спровоцировать. Игрокам команды RockSkiz. Можно еще, можно. Кажется, что все очень плохо. Но на самом деле один вакуум под Ice Pass, стенка... Туда же ульт Элдер Титана, и все лопнет. Просто даже там Вивера не нужно будет. Либо ему кинуть каких-нибудь пауков нужно будет. Или пробежать просто. Но это все еще нужно исполнить. Дарксир под хостой. Элдер Титан. Вивер уже здесь. Неплохо нападают, но это шанс. Это шанс. Флай убивают. Хорошо, идут дальше. Ванскор. Ванскор минус. И что? Роксы возвращаются в игру. У Дума нету маны, нужно его сейчас морозить. Джакира, смотрим. Не, не достанет, слишком быстрый Дум. На фейзах он просто с барабанами, с фейзами и под своим вторым скиллом. Там мувспид просто невероятный. Сайлент, мидас. Ох уж эти мидасирующие на таких минутах лайфстиллеры. Ну, вообще в этом есть своя логика. Логика здесь очень простая. Да, сейчас он будет не таким сильным, но... Ситуация на данный момент такова, что лайфстиллеру нужны и артефакты, и быть очень активным. Смотрим на Элдер Титана. Элдер Титан под суржом убегает, спасают Элдер Титана. Очень неплохо здесь ворвался соло, горит. Ой-ой-ой. Что творится? Так вот, лайфстиллеру нужны с одной стороны артефакты, с другой стороны ему нужно очень много бегать. Мидас в этой ситуации очень неплохо ему поможет, потому что позволит фармить и при этом отвлекаться на драки. Ну, как бы, заюзал мидас, пошел фармить. Скандал минус. Добивают скандала, но в спину им выходят. Отличный глобал, смотрим, поджигают Вивера. У Вивера могут быть проблемы. Да, Вивер уже вряд ли уйдет. Разве что попробовать его заденаить. Ульт Элдер Титана отменяет сон! Какой ульт Элдер Титана, боже мой! Что сотворили Роксы? Вивер умер, лайфстиллер живет на каких-то чудесах просто-напросто. Вивер выкупается, нужно было с ульта байбекнуться, вернуться в драку. Лайфстиллер очень битый, но уходит лайфстиллер, поджигают соло, вешает щиток. Ой, это просто, это такое комбо было, они все-таки его юзанули. Но сейчас Нага заползает, Ванскору будет очень больно. Ванскор, скорее всего, здесь проживет пару секунд. Поджигает и умирает Ванскор, еще буквально одна атака. Да хорош, хорош, Ванскор, Ванскор живет! О боже! И все-таки добивает его Элдер Титан. Да что творится? Элдер Титана бьет Дум, Элдер Титана убивают. Здесь же Вивер. Поймали Джакира, ульт от Кристал Мейден. Есть у Вивера ультимейт. Успеет ли он ультануть? Он успевает ультануть. Уходит. Проблемы у Дарксира. Пошел Сурдж, нету маны на Мекку. Стиков нету, ничего нету. Бэтрайдер, есть Мека. Не знаю, каким чудом хватило, но умрет все равно. Стики? Да. Не успел даже прожать стики. Что происходит вообще? Это просто... Да, и вот вам списывай Роксов со счетов. Нет, молодцы, Роксы цепляются. Только так.
Байбек от Дарксира. Вивер уже здесь. Есть. Нет ульта у Дума. Можно цеплять Сайлента. Сайлент. Сайлент умрет. Сайлент умирает. Сирена просто проходится по нему очень жестко. Есть у Дума. Скоро будет ульта. Вивер не успевает ничего сделать. Умирает. Дум продолжает гореть. Его просто нечем пробить. Минус нага Сирена. Комбы-то нету. Комбы. Бэтрайдер отблинковывается. Нужно уходить. Есть Дум у Думбрингера. Пошел Дум в соло, у которого мека. Очень грамотное решение. Элдер Титан забирает Сэм, забирает Сайленсера. Элдер Титан. Дабл килл. Как Седой там их догнал своим Астрал Спиритом. Как больно Думу, боже мой. Бежит Элдер Титан за Думом. У Дума нету второго скилла. Мека. Вакуум. Вакуум прямо под стан. Боже мой, Йол. У Йола проблемы. Нужно успеть его ускорить. Ускоряют Йола. Но нет. Заблочил сам же. Ну, лайфстиллер один против всех. Есть у него ульта. Ультует. Садится в крипа. Вылезает. У БЗЗ. У БЗЗ есть ульта. Он ультует. Сайленс. Как же больно лайфстиллеру. БЗЗ уходит. Под суржом был БЗЗ. Идет дальше. И Сайленс здесь не выжить. Да, убивает его Вивер. Цепляют БЗЗ. Выживет или нет? Мека 7 секунд. Вивер что, живет? Боже мой, Вивер живет. Фантастика. Скандал. Мека. Минус Элдер Титан. Сирену поймали. Есть сон. Можно кастовать сон. Байбек от Элдер Титана. Что творится? Минус Бэтрайдер. Дарксир умирает после. Вивер до сих пор живой. Я просто не знаю, сколько он тут будет жить. Умирает от Дума, наступая на его магическое поле. Нет, его даже ЦМ-ка убила вейвом. И в итоге падает вышка. Какая драка? Сколько она здесь длилась? Минуту, две? Что за черт? Какие красавцы Раксы. Да и Empire тоже прямо вот тютелька в тютельку идет. Буквально в затылок друг другу дышат. Ну и что, и в результате, посмотрите, за счет этих драк там все апнули такой левел, потому что умирали все, экспу получали все, и это в плюс Роксам, потому что им нужен был Джакира, хорошего левела, с какими-то минимальными артами, у него почти урна, им нужна была Сирена, у нее арканы появились, у Элдер Титана только фейзы, но в принципе это не так плохо, Дарксир фармит БКБшку, чтобы выходить из... Да, и Вивер тоже, ну... Просто жесть. Просто жесть. Бэтрайдер цепляет Дарксира. У Дарксира большие проблемы. Успеет юзануть меку. Успевает юзануть меку. Лайфстиллер его продолжает бить. Дарксир кастует. Умирает на огне. Элдер Титан. Какой ультимейт от Элдер Титана. Просто всех там похоронил. Лайфстиллер байбек у Седова. Все плохо здесь. Кураб чемпионка летает. Ее убивает Кристал Мейден. Йол умирает, и это 3 в 0, остается Нага Сирена. У Наги Сирены все очень плохо, волной не попадает, и Нага Сирена уйдет от Дума. Скорее всего, уйдет, хотя тут бежит на фейзах. 3, 2, 1, и волной сбривает. Нет. Ой, лол. Ой, лол. Где Напалм? Последний стек Напалма, больше маны нету. Нексус прячется в лесу, уж пытается что-то сделать, умирает Нексус. 4 в 0. 4 в 1. 4 в 1. Сайлент выкупался. Отлично, напали. Но вот Роксы слишком рано поверили в свою силу. Но уже видно, виден их потенциал. Просто грамотный вакуум. Скандал. Уснул. Проснулся. Глобал. Но Дарксир уже под щитком здесь носится. Фурстафом выталкивает. Дарксир. Дарксир не может кастовать. Вивер здесь же. Флай. Некого, некому никак не помешать. Просто сон Наги Сирена, вакуум и ульт Элдер Титана. А точнее сказать, сон Наги Сирены, ульт Элдер Титана туда, чтобы он успел сработать. И уже в конце, после того, как он раскастован, вакуум, стенка, урон просто мифический. Это минус 35% КП сразу, сколько бы его не было. Минус 35% от максимального. Плюс стенка, стяжка и какой-то еще магический прокаст. Ну, фактически это можно пятерых убить в секунду. И Роксы показывают, что они могут это исполнять.
Мак-то 8-1. Мак вообще чемпионит, но он очень живучий. Пытаются его поймать. Пошла сетка. Нужно кастовать ему ульту. Вакуум. Нужно раскастовываться. Стан. Пошел ульт Элдер Титана. Нет, не пошел ульт Элдер Титана. Заюзал все абсолютно маг. Цепляют Элдер Титана. Ну вот сэкономил ультимейт, получив в лицо кирпич. Элдер Титан ставит ультимейт, но слишком поздно. Там еще и хоста и попадает каким-то образом Дум под ульт Элдер Титана. Фантастика. Скандал. У Дума есть ульт. У Дума есть ульт, он получает вакуум. Он может ультить на Дарксира. Он ультит на Дарксира. Но у него заканчивается хоста. И Дарксир-то выживет. Но он слишком толстый, чтобы умереть здесь. Он еще и там спрятался. А вот это зря было. Бежал бы по прямой, было бы все хорошо. Зачем развернулся? Там тебе идут на хелп двое. Джакира! Какой, какая макропира в узкий проход. Вивер, слишком плохо Виверу. Здесь все в огне, все горит синим пламенем. Это Овнич. Нет, все-таки имперцы посильнее. Такое ощущение. Ну вот не хватает чего-то, Роксан. Слишком много... Слишком не хватает им какой-то вот четкости. Просто вот подождать всего и сделать как надо один раз. И с каждым разом они все там не дожидаются то одного, то другого. Им все сложнее, 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 сложнее и сложнее. Глобал в никуда. Что по графикам? Да, имперцы прям вырвались очень мощно. Ну, видно, что каждую последнюю драку вот чуть-чуть они делают все, ну, лучше. Скажем так, Роксы делают все хорошо. У них сильная комба и где-то им даже прет. Но империя делает все так, как нужно. И вот... Вот этого чуть-чуть, которое Роксы не доделывают, каждую драку им не хватает. Первую драку им не хватило там буквально, я не знаю, там, Вивера, который чуть пораньше бы пришел, вторую драку им не хватило уже чуть больше, третью еще больше, а в итоге сейчас они все идеальное комбо сделают и уже никого не убьют, потому что... Гладиолус. Потому что уже преимущество упустили. Очень сильно. Ну, посмотрим. Пока что есть еще шансы. Можно, кстати, найти лайфстиллера. Видит лайфстиллера. Не видит лайфстиллера, зато лайфстиллер видит их. Вот это норм. Ну, Сайлент вообще по барабану. Его, кстати, здесь убьют легко. Сетка и до свидания. Так. Дум. Не успевает раскастоваться. Есть ульта. Чего экономит-то? Ждет, ждет тиммейтов, потому что очень грамотно ждет тиммейтов. Гули заходит в спину. Пошел сон! Все разрозненно стоят. Стенка. Айспас. Вакуум неплохой. Ульт Элдер Титана. Непонятно, раскастован или нет. Гуля в сетке пытается хоть кого-то продамажить. Седой. Очень больно Седому. Спасают Седого. Ну, Дум ему в лицо. Левел Дес. БЗЗ. БЗЗ живет. Отличный стан от Джакира. Дум пошел на Дарксира. Дарксир... Скорее жив, чем мертв, но ненадолго. Да, умирает Дарксир, остается только Вивер. Минус Вивер. Нет, Вивер уходит. Казалось бы. Боже, еще ультимейт. Какой же он живучий. Все уже умерли, остался один только этот Вивер. Ну, за ним даже не пойдут. Смысл его убивать, он не такой страшный. Можно просто снести вышку. И опять Империя чуть лучше. Вот, казалось бы, нужно было магу сразу кастовать свой ультимейт и... Я его сначала так попробовал пожурить за то, что он экономит спелл, но на самом деле он делал все правильно. Как раз он подождал тиммейтов, в итоге напали все вместе, не дали хорошо сделать опять комбинацию, потому что... Ну, потому что просто все нападали с разных сторон, не в куче, как стадо, а так, как нужно, сплитом. 32 на 21, 3-2-2, и... Да, 3-2, 3-2. Глобал. Я не знаю, зачем этот глобал. Видимо, Ванскор там испугался. Нет, ну Империя пока лучше. Не знаю, Мураксы, может быть, опять начнут набирать, там, тренироваться. Но на данном этапе Империя вот выглядит посильнее. Вот, на чуть-чуть, но посильнее. Роксан тут только на какой-то супер-мега-камбэк остается рассчитывать. Который возможен с их героями, но... Пока не увижу, не поверю. Но это будет, конечно, очень красиво. Они уже пару раз сделали что-то подобное.
Тарас Колдума. Не, маг просто... Ну, у мага и как бы и брони неплохо, но он очень сильный. Его всю игру пытаются убить, и убили только один раз. Конечно, маг просто набирает. Если так продолжит дальше прогрессировать... То куда уж дальше прогрессировать? Ну, чуть-чуть еще ему нужно добавить. Вот прямо вот чуть-чуть еще добавить... Да, совсем такого прям уровня мастодонта непобедимого. Пока что он просто супер крутой игрок. Ну, чуть-чуть еще надо. Что, на кого напали, ни на кого не напали, вообще ничего не понятно. Сами не поняли, имперцы. Вот сейчас можно хороший сон давать. Сон! Где? Нет, да, пошел сон. Пошел ульт Элдер Титана, вот она, комбинация-то, ульт Элдер Титана, судя по всему, поздновато, нет, неплохо, макропира пошла, вивер минус, ванскор минус, флай минус, маг, неужели маг заковыряют, да ладно, живет, маг, 100 хп, 70 хп, маг живет, это просто фантастика, маг, сетка, нет, минус маг. Самый искусный маг, все-таки смог его убить, Нексус. Вот, а знаете, в чем отличие этой комбинации от той, что были? Вроде казалось бы, вивер умер, кому дамажить, а отличие только одно. Просто в этот раз успел кастануть Элдер Титан. Да не просто успел, он просто кастанул ультимейт. И он попал ультимейтом. Вместе со стенкой, со станом Джакира и всем-всем-всем. И пофиг то, что там вивера нету, и так урона нормально. Роксы, такие вообще они тяжелые. Попытка нападения на лайфстиллера. У него нет ульта, он пытается драться. Здесь же бэтрайдер. Еще чуть-чуть лайфстиллеру пожить. Живет. Живет лайфстиллер, да. Все, садится в бэтрайдера. Пошел глобал, цепляют вивера, минус вивер, да. Просто развели. Как раз откатили все кулдауны. Очень грамотно играет ванскор. Хочу отметить ванскора в очередной раз. Я его, по-моему, на каждом стриме вообще отмечаю, но мне нравится. Мне нравится все, что он делает, как он кастует вот эти глобалы. Казалось бы, ничего особенного, но глобал заходит туда, куда нужно. Каждый раз, когда нужно, у него есть глобал. Каждый раз, когда у него кастуется глобал, это просто головная боль для его оппонента. Магу не хватает... Кираса. Кираса очень сильно нужна, потому что это контра Элдер Титана. Элдер Титан снимает весь белый армор. То есть, сколько бы у вас не было белого армора, он снимает весь. А Кираса дает пятерку зеленого тиммейтам и тебе там еще кучу зеленого армора, который не снимается. А для Думы это, конечно, важно, потому что у нее что там, пятерка армора остается, и несмотря на 3000 хп, его еще можно убить. Но вот с Кирасой его убить будет практически нереально. Даже под супер-мега-комбо он будет умирать всегда последним. Попытка напасть, но нет, здесь все контролирует. Не встревают имперцы там, где не нужно. Не удается им как бы окончательные преимущества получить. Такое, чтобы прям пойти сломать, но... Они все делают правильно. У них сейчас нету ни глобала, ни ульта лайфстиллера. И лучше, конечно, подождать. Это, кстати говоря, одна из самых больших проблем сайленсера в лейте. То, что у него уже там есть все, и артефакты, и хп, и он сильный. Но то, что у него огромный кулдаун ультимейта, это проблема номер один. Решается она только покупкой рефрешера. Причем решается она весьма неплохо. Ванскор уйдет или нет? Да. Где-то полсекунды запас у него даже был там. Успел стпшиться. Роксы. Роксы сами ищут, как бы им напасть. Хотя, на самом деле... Ну, на самом деле, только по одной причине они ищут напасть в пятером момент. Потому что по одному они не могут напасть. У них нет ни бэтрайдера, ни лайфстиллера, ничего у них нету. Им драться только 5 на 5. Дума, Элдер Титан. Такие два огромные героя. Именно по моделям персонажей. Ну и, в принципе... Так, поймали Дума. Давай, на Дум из ДД, у него криты по 800, у Вивера там на 2 крита просто хп.
Напали на Дума, пробивают Бетрайдер, БКБ, пошел глобал, ничего не сделать, минус Алдер Титан. Великолепную цель выбрал. Следующим умрет БЗЗ. Да, ой-ой-ой. И это 2 в 0. Ну вот просто. Это откатил ультимейт у Ванскора. Запрыгивают, Сайленс, Элдер Титана цепляют, без Элдер Титана все плохо. ГГВП. Бэкдорит вышку. Ну, должны ее прорубать, тем более, что подходят крипы, и бэкдор отключится. Бэкдор отключится, и вышка упадет. Работает бэкдор. Соло. Имеет Veil of Discord. Имеет Меку и... Весьма странно, то, что он купил себе Вейл. Зачем? Нужно БКБ. Ведь под глобалом Сайленсера он ничего не сделает. Скандал, скандал готов. Сейчас будет в кого-то врываться. Скандал полетел. Нет. Все видели прекрасные игроки команды RockSkiz. Да, у Дума 11-2-12. Такой счет. Ну, хороший счет у Дума. У Бэтрайдера хороший счет. Лайфстилеру тяжелее в этой игре приходится. Такая интересная сборка от Дума. То есть в этой игре он вообще не инициатор, но такой очень жесткий танк. И, в принципе, правильно, потому что всегда пытаются на него напасть. Роксы. А, наверное... Да, пытаются напасть на него, потому что он все время подставляется. А подставляется он, потому что... А чего ему бояться? Ну и, в принципе, правильно все делает. На него нападают, тратят кучу спылов, он выживает, с разворота убивают. Попытка напасть сверху на лайфстиллера. Ну, а Егис... Как вы его убивать будете? Да, он просто побежал. Просто побежал, у него Аегис. И сейчас он будет бежать вот по этой траектории, встречаться с тиммейтами. Нет. Побежал чуть по другой. Но он еще такой быстрый, пытается до него добежать. Как-то вивер снял половину хп. Но с Аегисом ты-то что будешь делать? Есть форстаф у Ванскора, но его форстафят. Все. Убежал. Все это время игроки команды RockSkiz бегали за Сайлентом. Как? Да. Это было очень плохо. Ловит Дума. Ну или Дум ловит кого-то. Не, это Дум ловит скорее, потому что здесь уже Бэтрайдер, Лайфстиль растирают Элдер Титана. Пойдут ли дальше? Скорее всего нет. Хотя чего им бояться? У них Аегис, у них все есть. У Элдер Титана есть БКБ, нету байбека. Это печалька. Ну что, маг вгрызся в барак. Ну, я думаю, что уже не будут имперцы никуда отходить. Да, у Сайлента появляется кираса, но она только на базе. Телепортируется Элдер Титан. Ну что, будет драка? Какой сон! Бэтрайдер успевает вытащить сирену. Ну, неплохой сон, пошел ульт. Сейчас будет вакуум, рейдж от лайфстиллера, хороший ультимейт, глобал, успевает раскастовать Сайлент. Ой, Сайлент, Сайленсер, но очень поздно. Нашел Дум, минус Вивер, минус Элдер Титан, минус Джакира, да, Дума просто не убить, он бегает и режет. Режет и бегает. Минус Сирена, это минус 4, ГГВП. Красавцы, красавцы, имперцы. Ну что, а мы прощаемся с вами до матча Virtus.pro против Empire на Anitole Pro League. Буквально через полчаса. Да, великолепно сыграли Мак и Скандал. Да вообще, Империя, ну, хорошо действовала, а Роксам вот не хватило. Не хватило, не сказать, что немножко им не хватило, наверное, все-таки не хватило им прилично, но пару драк они выдали прямо таких очень-очень интересных.
Ну что ж, в 10 часов по Москве Virtus.pro против Империи. Сейчас будет опять небольшой стоп-старт, и вернемся мы уже... Ну, вернемся мы практически сразу, буквально через 5 минут, и к 10 ждите матча. Первая игра ВП официальная за долгое-долгое время в каком-то экспериментальном составе. Напомню, что God, Smile NS, Light of Heaven и Mr. X. Ну, возможно, замена, возможно, какой-то игрок уже, с которым определились, но не знаю, не знаю. В любом случае, официально пока что тот, кто играет на замене, будет выступать за ВП. В общем, через 30 минут жду всех.